Добрый день, наши уважаемые покупатели. Мы получили сногсшибательную коллекцию, коллекцию из афганского каракуля. Не могу обойти это изделие, я хочу отдельный обзор сделать, потому что мне оно нравится. Безупречное пальто из афганского каракуля, которое вы просили в том сезоне, нам не хватило. И мы сделали абсолютно новую модель. Это базовая классика прямого, слегка заприталенного силуэта, да, в которое пальто можно носить и с поясом, и без пояса. Итак, афганский каракуль отличается характерным завитком. Никогда, как наши с вами отпечатки пальцев, я не устаю это повторять, изделие, полотно не повторяется. Одно полотно собирают, могут перебрать несколько десятков шкур, сырья, чтобы собрать одно классное, красивое изделие. Хочу показать само полотно по спинке. Оно просто шикарнейшее. Длина изделия 1,20 м, 1,25 м. Размерная сетка будет представлена с 46 по 54 размер. В принципе, любое наше изделие мы можем шить по вашим меркам на заказ. Это очень-очень удобно. Итак, классическое пальто. Английский воротник выполнен из аукционной норки. Очень удобный. Высота воротника хорошая, защищает грудь. И есть фиксатор в воротничке, и даже очень большой плюс, что есть шубный крючок, который вы можете простегнуть. Но, конечно, сама красота — это в английском воротничке, в норке, да, которая выкладывается и переходит уже в основное полотно. Шикарное изделие. Сзади мы поставили, как всегда, шлицу. Я обожаю глубокие шлицы, они не мешают, но в то же время вытягивают наш силуэт. Пояс сделан. Он с одной стороны из замши, с другой стороны, конечно же, это афганский каракуль. Сделан специально односторонний, чтобы не был объемным, потоньше и зрительно, конечно же, подчеркивает нашу фигуру. Шикарное просто изделие. Обязательно одеваю перчатки, чтобы вы посмотрели. Мы его рекомендуем на холодную, прохладную осень. Вообще каракуль носится, вообще многосезонный считается мех, каракуль, каракульча. И, конечно же, переход в зимний период. Все будет зависеть от вашего региона. Шикарное пальто в цвете черника. Английский воротник достаточно хороший, не маленький и небольшой. Посмотрите, как смотрится, выглядит элегантно. Подобрать сюда аксессуары, сумку, вы будете выглядеть всегда стильно, красиво. Но и самое главное для нас, для нашей компании, это качество лекала, но и носибельность моделей. Эту модель можно выполнить и в цвете вот такой вот марсала, хочу показать. Эта модель тоже представлена в нашем, но я показываю как цвет. Но, конечно, выигрышнее она будет смотреться все-таки в более темном цвете, классический вариант. Итак, данное пальто представлено в длине 1,20 м. Пожалуйста, сбрасывайте, как всегда, ваши мерки, объем груди, бедер и вашу ростовку. Вообще хочу заметить, что шубы, почему мы начинаем заказы на сезон, надо покупать, конечно же, уже летом. Не зря говорят, готовься не летом, так и здесь. Дело в том, что самое лучшее сырье, самые новинки, да, по шубам. И когда фабрики могут сшить по вашим индивидуальным заказам. Это тоже очень важно. И есть вся цветовая палитра, которая будет работать на следующий сезон. Это тоже очень важно. Таким образом, вот сейчас я мерю, чтобы вы понимали, размер 48-50. Он запросто садится на два размера, это изделие. Посадка плеча маленькая, аккуратненькая. Плечо в данном случае, простите, отрезное. Да, у нас получается. Пройма чуть-чуть снижена, за счет этого происходит движение по грудной зоне. Длина изделия 120-125. И стоимость изделия для подписчиков Instagram, обратите внимание, 169 тысяч с учетом скидки. Отличное пальто, которое вне времени, из афганского каракуля, каракульчи, вот по такой цене. Сейчас любое наше изделие можно приобрести, возобновляются рассрочки через банк. С учетом скидок цена фиксируется, и также на рассрочку остается у вас 169 тысяч до 10 месяцев, без процентов, без переплаты. Это очень важно. Ну, а мы будем ждать вас на примерку. Мы находимся в город Екатеринбург, вы очень часто спрашиваете, торговый центр «Гринвич», магазин «Олимпия».
богатый, шикарный ассортимент уже поступает, хорошие летние скидки, летние предложения и отличные, конечно же, цены. Итак, всего хорошего. Будем радовать вас нашими новинками. Следите за нашими репортажами. А у ее мечты есть имя Олимпия, и мы идем дальше.